выступления мариупольских художников о Франции. Они все были в Европе, и вот плодами их как бы творческой поездки были эти работы. Они были во Франции? Они во Франции были. А некоторые поразила один для очень красивых стеклянных посуды, очень интересных фруктов. Таким образом, они создали натюрморты. Mm-hmm. Кто-то увидел Францию как какую-то интересную страну, mm-hmm. сказочную. Кто-то увидел некую пряничность, такую почти европейскую, очень красивую, когда все дома невероятно нарядные. Они каждое поколение привносит очень красивую эстетику и по цвету, и вот эти черепичные крыши. И таким образом, как-то так это выглядит именно так. Для кого-то, скажем, стилизованная архитектура и, опять-таки, соседство натюрморта явилось вот их впечатлением. Для кого-то красный цвет. А вы их как собрали все эти? Это особый проект? Это особый проект, который они в честь вашего приезда подготовили. Каждый из них в частной коллекции взяли по несколько работ. И таким образом вот эти работы... Пока это закрыто. Это Центр современного искусства в художественном музее. Вы можете увидеть художественный музей имени Архипа Кулинджи. Вы сможете увидеть их, к сожалению, нет. Это третий удар. Но мы очень признательны, что в свое время Архип Иванович Кулинджи, несмотря на то, что он хотел, чтобы его работы находились здесь, но вот, к сожалению, революция. Это единственный на Украине музей медальерного искусства. Весь музей, не экспозиция, именно музей, посвящен...